Всем, друзья, привет! Вы вновь на Никотплей, и мы опять продолжаем наш, получается, контакт. Что у нас? Починить энерго... преобразователь АЭК. Сюда. Здесь за дверь давала. Вот она, да. Пойдем. Мне не нравится этот звук. Пока, парни. Я сказал пока. Ошметки. Куда? А здесь что? От этой химозы хорошо не становится. Во. Это не точка? Пока что не точка. Разогрета. И ты должна починить ее раньше, чем установка выйти из нос. Энергопреобразованный АЭК. Куча дробь. Далеко. Идеально. Ты реально, ты хотел на меня пойти снайперкой? Это да. Что здесь? Хранилище. Материал зоны прикосновения. Сможем что-то улучшить. Пошел бы ты. А, это эти ракетчики, которые с винтовками у них на конце эти боеголовки. Thank you.
все вроде бы работает, да? Что-то еще. Ниже уровня, да? Аппаратная, еще закрыто. Так, еще там, значит, где-то не подключил. Энергии не хватает. О, теперь мы не взорвемся. Пора снять изоляцию. Точно, изоляция вот здесь. Так, это вот где-то здесь. Так, что можно сделать со странцем? Сконструировать вращение. Не знаю, что такое. Давайте сделаем. Способности нету. Вращение. Вращение что можно поставить? Вон он после убийства. Уменьшение выстрелов. Исследование. Зараженные ИСами. Полевые исследования. Сущность ИСа. Зараженный ИСами агент. Конфиденциальный. Зараженный ИСами является предметом экстремальной физической деформации, возникшей в результате заражения ИСами. Зараженные ИСами демонстрируют безумную фиксацию на любом незараженном в этом районе. Оказалось, в определенной близости она разряжает сфокусированные вспышки резонанса ИСов настолько плотно, что он действует подобно физической силе. После этой вспышки зараженные ИСами избавляются от зараженности. Носитель погибает. Данное поведение может испытывать адаптивным ответом на руку. Зараженные ИСами предназначены для того, чтобы срывать устройство потенциального носителя, подвергая их воздействию. Так, способны ли ИСы регулировать измерение способности зараженного носителя до такой степени, что почему физиология зараженной ИСами так разительно отличается от оригинальной формы носителей? Вопросов много, ответов нет. Там еще кто-нибудь есть? Нет? Рядовой ИСов. А, во, пулеметчики. Рядовые должны стать первым агентом, которые войдут в зоны АНС, известковая АМС, зоны соприкосновения или любой другой естественной опасной ситуации. Они оснащены толстой броней и тяжелым вооружением, будучи готовы к самому худшему. Благодаря своей роли ИСы имеют доступ к своей тяжелой броне, вооруженной из арсенала бюро, включая пулеметы и гранатометы военного класса, и пополнение к их без того грозной броне, выданной ФБК. Выполнение их без того грозной брони, выданной окружающие существа резонанса ИСов, достаточно плотно для того, чтобы остановить пули. Если вы вынуждены завязаться в одном из них, обязательно используйте доступное укрытие. Также обратите внимание на то, что для технически одаренной вражеской гранаты мог быть желанный источник боеприпасов. Боеприпасов, да. В принципе, да, правильно. Снять внутреннюю изоляцию. Остановишься прямо директно на ручное управление. Аппарат на ЭК? Сюда? Обслужен.
Зона соприкосновения. Старейший дом — это местное движение. Зона соприкосновения выявляется без предупреждения. Что будет содержать зону соприкосновения, является вопросом, ответ, который можно получить при ее появлении. Широкое спасение получило теорию о том, что зона соприкосновения является измерением, вибрирующим на частоте, отличающейся от нашей собственной. При совпадении этой частоты зона соприкосновения является старейшим домом. Действующие в зоне других выдвигают теорию о том, что зона соприкосновения является параллельными вселенными или, возможно, нашей собственной реальностью. В другой момент времени некоторые полагают, что наше коллекционное изменение предметов стоит на старейший дом или привлекает зону соприкосновения. И нам точно известно то, что зона соприкосновения не является постоянным. Со временем их частота смещается. Некоторые полагают, что сама по себе и Земля является очередной зоной соприкосновения, связанной со старейшим домом, ведущей на самом деле свои корни в какой-то иной реальности. А данная теория практически непровержима и вызывает спор. И у тех, кто с ней сталкивается и по той причине является отрицанием. Смотри, как я еще это огрызаются. Центр обслуживания. Классная тема. Сейчас, ага. Какой борзый. Отличная оборона. Изучить полевой курс подготовки. Оно что ли? Открывай быстрее. Там все закрыто, там некуда идти. Послушайте, Тренч вышел на тропу войны из-за этого отчета Тенниса. Он хочет знать, кто написал его, и хочет знать, что еще значит, что это вчера. Кто это был и не сделал, он будет распят. Не знаю, был ли это кто-то из вас, ребята, я не желаю знать. Не хочу вести охоту на ведьм, поэтому скажите мне всем в этом секторе, чтоб не высовывали, знаете, лучше сейчас не быть ни на чьей стороне, ни на чем даже радаре. Говорю вам, даже не считаю всей той странной хрени, с которой мы имеем дело. И именно это место может представить собой совершенно враждебную рабочую среду. Что-то здесь есть? Настолько? Нет, у нас только второй левел доступа. А ну-ка.
пошли отсюда в жопу. Миссия. Право управления. Давайте полевую подготовку закончим. Я хочу подать официальную жалобу на институционное использование моего голоса в таком качестве, над которой я не давал свое согласие. Меня никто не уведомил о том, что запись опробной репетиции будет исследована где, использована где-то. В противном случае я непременно запретил использование этих материалов. Я требую немедленно прекратить использование у тебя сообщений в рамках курса полевой подготовки рейнджеров. Я не потерплю такого неуважения среди моих коллег. А если понадобится, я буду жаловаться в отдел кадров. Какой ты, а? Завершить курс полевой подготовки за заданное время. Ну так, просто. Так, просто почитать. Добро пожаловать в курс полевой подготовки. Курс исследования завершите указанием количества времени. Когда будете готовы, нажмите на кнопку. И все. Обожаю плюсы препятствий. Так, давай. Приготовься, рейнджер. Класс начнется через 5, 4, 3, 2, 1. Нужно бить сильнее, чтобы разрушить. Ага. Что такое? Сейф какой-то? Получили оружие. Используй щит для завершения испытаний в астральном измерении. Золотые враги не восприимчивы к атакам. Ага. Используй щит для завершения испытаний в астральном измерении. А золотые враги не восприимчивы к атакам и держит щит. Ага. Хорошо, я понял. Снимается, ну.
Отличная оборона. Отлично. Отличный щит. Всех убил. Один остался. А как вы? Ходите. Три способности. Щит к силе, разблокировать метание, урон к здоровью. 3. 2. 2. Щит поставим. Метание, урон. Еще 50. Одно есть, да? Оставим одну очку. Астральные конструкторы. Хватка. Хватка получит. Дополнительные, да? Пушки-то больше нету. Я пошел. Вверху где-то. Да. Давайте не будем здесь. Thank you.
Нужно забрать, что мы не это не забрали тогда. Респондент, Хаза должен мне 20 баксов, Эриш, все еще надолбанный по бедной волне. Кто-нибудь, пожалуйста, выясните, как он обманывает. Томпсон, отстранен на игру из-за прецедента с темными делишками. Гай, я должен тебе 60 баксов. В прошлый раз пиво принес я, поэтому в этот раз очередь Хепстонла. Ремус какой-то. Что такое? Зачем? Что это? Аппаратная эко. Здесь произвести очистку. Защитить их. Удерживая изоляцию. Снято только благодаря ручному управлению. О! Ствол. Только этим стволом можно использовать и управлять. Ага, лифт открыт.